Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, понедельник, турнир у нас закончился, и мы забираем наши награды. Ну что, Лига Мастеров 3 звезды, это само собой. Так, сюрикены, Микеланджело классический, осколки золотые, и вот они, самые главные, платиновые. Ребята, посмотрите, сколько у меня жетонов. Вас не удивляет такое количество? 1710. Многие спросят: Рэй, как ты заработал? Ребят, я сам для себя только открыл этот способ. Помните, было у нас испытание, там, где последнее мы проходили, где не за сыр можно было буститься, а за пиццу. Ну, помнишь, да? Последнее событие, где мы сплинтеры там могли фармить. Так вот, когда ты профармливаешь всех персонажей и все там, сколько там, серебряные осколки, еще там что-то, тебе будут выпадать чисто жетоны. Я даже потратил баксы на сыр и фармил сегодня таким образом жетоны. Теперь я буду знать, что есть такой способ, ребята, и он очень, кстати, крутой для фарма жетонов, ты представляешь? Мы теперь можем доллары тратить не только на телепорты, да, но еще и на пиццу, чтобы фармить вот именно то событие. Так что сегодня у нас, ребята, слэш прокачивается до платинового ранга, получается, да? Пам-парам-пам-пам, я уже забыл на радостях, что я хотел сделать. А, ну да, я хотел в магазин зайти, естественно, в магазин. Так, давай колод начали откроем. Так, и теперь заходим в предметы. Где наш слэш? Опа! Покрасать. Так, у нас еще остается сколько? Еще 1000, ребята, остается. Мы хотели что? Правильно. Поэтому делаем. Будем теперь прокачивать наших кроликов. Так, 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 так. Что нам надо? В список? Да, ребята, в список. А вот и слэшик наш. 10 тысяч. Ай, красота. Да, ребята, он не платиновый ранг, что-то я немножко приврал. А пятая золотая звезда. Угу. Ну что же, это по красоте, ребята, и вот это поворот. Слэш яростно вращает булавой, поражая врагов. Разрушитель. Вероятность 25%. Снизить фокус всех врагов на 40%. Круто, круто. Теперь можно будет ему прокачивать этот навык. Ну что, пойдем или как? Или сразу пойдем на буст? Наверное, пойдем сразу на буст, а уже потом будем все остальное. Как ты видишь, у нас Рафаэль классический разыгрывается. Так, 11-11 сразу мы находим. И, ребят, моментально летим. Моментально летим. И начинаем небольшой буст. Не знаю, получится у нас сегодня пройти как можно дальше или в Лигу Мастеров. Не уверен, конечно, но попытаемся. Карачку в минус. И, наверное, всех добьем сразу же. Бам, да. Прекрасное начало. Ребят, правда, задержка у меня произошла на час. На моих часах 3 часа 55 минут. Это из-за того, что я заигрался в Tower Conquest. Так, ну что, 78-я позиция. Лига... У нас 2 звезды Лига Воинов. Так, и давай-ка мы попробуем найти 11-12. Потому что мы перешли в Лигу Воинов. Так что давай, вот, 11-12. Так, раз, два, три. Три бойца, все дела. Стоят тут охламоны, да? Довольные. Тинь-тинь-тинь. Ванька в минус. Так, а интересно, корабль подобьет их всех? Конечно, конечно подобьет. На таком маленьком уровне наши бойцы, вот эти 50 уровня, очень много для них значит. Воин, 3 звездочки. И место у нас 91-е. А 12-13 вряд ли мне, конечно, дадут. Хотя вот, есть. Слушай, 4 персонажа. Уже. Раз, два, три, 4. Поехали. Ну-ка, Рафаэль, давай сразу всех. А Рокстеди, то посмотри-ка, не упал. Засранец мелкий, ладно, фиг с ним. Первый, как говорится, удар он выдержал, но второй-то нет. Элита. 89-е место.
12-13. Конечно, хочется 13-14. Или сколько там? 13-13 будет? 12-14. Поймали. А бойцов еще до сих пор 4. Хм. Я думал, будет Петифан. Но нет. 4 пока. Так, сюрики от Майки. И добивка от... Правильно. От Ксевера Монтусы. И сам видишь, все у нас идеально получилось. Ага, вот тут мы не перешли в элиту 2 звезды. 12-14. Ну, скорее всего, 12-14, ребята. Да, так и останется. Потому что до 12-15 они мне не позволят перейти, так как мы в следующий ранг с тобой не перешли. Поэтому сказали, перебьешься. И 5 персонажей, соответственно, заблокировали. А раз они это сделали, соответственно, и буст уже не получится. Вот так вот. Ну что по 2 раза приходится бить? 29 ранг, это... Вот зачем он хиляет, я не понимаю, ребят. Зачем он это делает, если у них фулл здоровье? Давай вот этим ударом. Йоу! Пробивной. Очень мощный удар у Рафаэля классического, именно когда он сверху прыгает со своими мечами. Элита 2 звезды, и место у нас 41. Так, должны дать, по идее, 13-15, да? Так должно быть. 13-15 нашли. Раз, два, три, четыре, пять. Уровень 31 против нас. 30-31. Ну, давай начнем с массовой атаки. Шреддер вызывает Бибоба и Рокстеди с другого измерения. Так. И кролики делают свой массовый луч. Круто. А крипты, посмотри, у него какие-то там, я не знаю, такие слизи наверху. Так, элита... 3 звезды, 55-я позиция у нас. Тогда должны получаться 13-16 мы должны получить, ну по идее-то. Есть. Раз, два, три, четыре, пять. Но командочка, конечно, да. Сейчас попробуем, ребята, его услышать, сделать. Она не прокачана, правда, у нас массовая атака, но все равно. Надо было Лео брать на абордаж, а не Рокстеди. Ну-ка. Может, заблокируем кого-нибудь? Заблокируем, остался один Лео. Я, правда, хотел услышать, проверить суперудар, так, ребята, и не нажал. Самурая. Так, 83 место. 13-16. Нет, давай ко мне уже... Вот, 14-17. Слушай, враг уже 40 уровня, прикинь. Офигеть, как он быстро растет. Я 56-го, 55-го, а он уже 40-го. Осколки вперед. Угу. Хан, успокойся. Так. Надо нам, по идее, Шреддера убрать, потому что он хиляет же. А если из базуки? Нормально. Так, теперь Рафаэля попробуем заблокировать. Фиг ты там его заблокируешь. Ну завязывай, завязывай давай, Рафаэль. И не попал, правильно так и надо. Горелка. Хе. С помощью горелки всех ложили. Ну и нормально. Так, с 83 места мы переходим на... С 83 на 19. Неплохо так бустанулись. 14-17, прикинь, сразу сами дали мне. Раз, два, три, четыре, пять. 56 уровни против 42. Уже, ребят, напряжно. Уже напряжно. Практически на равных. Там разница совсем ничего. 6 уровней получается, да? Так, бросай бомбу. Ага, Баксер, ребят, как ни посмотри, все время падает. Рафаэля нам надо убрать, потому что он хил. Ауч. А если так? Норм.
Так, Донни, успокойся, что будет? Защиту. Понятно. Защита плюс. На. Кул. Ну что, прекрасно, ребята, здесь выиграли. Сейчас посмотрим, перейдем. Да, самураи 2 звезды. 59 место. 14-17, давай ко мне. Вот, 14-18. А, была не была, пускай будет. Давай я возьму Армагона. Раз, два, три, четыре. Хотя майки там 44 уровня. Фиг ли я этого Армагона взял. Просто с одной плюхи сейчас вылетят все в трубу. Без шансов на выживание. Так, и двигаемся дальше. Смотрим. Опа, уже самурай 3 звезды. Сотое место ровно. Так, 14-18, а нам надо, получается, где-то... А 14-18, по-моему, и должно быть, да? Ладно, возьму Бакстера. И вот этих. Естественно, наш Бакстер будет первым ходить, и я, наверное, возьму эту... Как называется? Смертельная волна. Все. Всех одним ударом, ребят, подкосил. Ну, с сотого будет полтишок. Ну, почти, ребят. Почти полтишок. Блин, 14-17. Не дадут они мне 15-19. Не-а. Не дадут. Ладно, я возьму тогда кожеголового. И вот так сделаем. Не, ребят, сегодня Лига Мастеров. Я даже не уверен, что возьмем ли мы с собой Лигу Сёгунов 3 звезды. Какие уж там Лига Мастеров может быть. О чем ты, Рэй? Отстись! Нет, конечно, не получится. Ну ладно, что возьмем, то возьмем. Шестая позиция. 15-19, все-таки дали. Ну что, берем Донни и... Все, ребят, тут уже 70-ники. Пошли, волноваться уже вообще не о чем. Шархан ходит, оп. И сюриками добьет, наверное, Донни у нас всех. А тут по-другому и быть не могло. Такс, двигаемся дальше. Сёгун. Одна звезда, 59 место. А, может быть, дойдите все-таки 15. Есть, вижу, вижу. Так, беру Кренга и наших 70-ников. Ну, Крэнг, понятное дело, сейчас звезданет своим лучом. Луч смерти. И все. Смотри. Бамс. Вот и все. А мы потихонечку-потихонечку с собой двигаемся дальше. Так, 13 место. Подожди. 15-20. Возьмем Лео. Тут, в принципе, уже не обязательно, да, смотреть, кого брать. Просто берешь всех, кто попадает под руку. Потому что уровень здесь уже и так зашкаливает для наших противников. Так что там не обязательно кого-то выбирать определенного. Сёгун, 2 звезды. 15-21, может быть, подкинуть все-таки, а? 16-21, есть. Раз, два, три, четыре, пять. И, по-моему, там получается у нас последний поединок. Сейчас делаем вот так вот. Опа! Фигня получилась, да, какая-то? Не уронили. Вообще никого не уронили. Так, 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 так. Ваньку, может быть, шваркнуть. Теперь ракеты от железноголового. И добивка. Ну и все.
Место какое нам дадут? 20-е? Даже 27-е. Нет уж, ребят, давайте мне 16-21. Что вы опять вот идете на попятную? Я не могу никак понять. Было же. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, еще один поединок у нас будет. Но это мы сейчас дойдем до лиги Сёгунов 3 звезды, получается, да? Ну и там где-то возьмем, наверное, 70-60 место и все. Это максимум, на что нас хватит. Шинкует. И добивает их. Ну, а мы переходим на последний наш поединок. Да, Лига Сёгунов 3 звезды, 86-я позиция. 16-20. А по-моему, нам больше не дадут. Нам вряд ли здесь 16-22 подсунут. Верно? Верно. Тогда ладно, оставляем 16-21. Раз, два, три. Четыре. Пять. Ну что, братцы охламонные тунеядцы, алкоголики, получите шипастую ловушку. Блин, Терлио выжил. Вот и все. Что хотели, то и получили. Ну а мы с вами, ребят, занимаем 49-ю позицию. Так, теперь давай выполним с тобой ежедневки. Пройдите серию испытаний. Раз, два, три, четыре, пять. Пойдем, сделаем с тобой серию испытаний. Так уж и быть. Оригиналы. Ватнички еще те. На. Ну, понятно, почему Леонардо здесь выжил. Тут ни для кого не секрет, что у него отложенная смерть была, поэтому он там выжил. Но это буквально на один всего лишь удар у него. Забираем награду. Так, теперь. Да, вот она, шмайки, навыки. Блин, тут 70 уровень нужен. Тут, наверное, тоже 70 надо будет, да? Поэтому 65 мы ему сделаем. Так, 4 наушника надо найти. Раз. Два. Зеленая колба. Опять колба. Три и последние. 4. 4 наушника нам надо было, да? И 8 пультов. О, да. Пицца кончится, потому что, ребята, я фармил. За пиццу я вам уже говорил. Так, а что у меня получается, что... А? Подожди, так не пойдет, ребят. Блин, ни пиццы нигде взять. Ауч. На что не пойдешь ради ежедневок, да, ребят? Подожди, майки видения, нам надо 8 пультов. Да, пульты нам только снились. Так, это второй. Третий. И пицца кончилась. 3 пульта нашли и все. Так, а на турнирке... Ой, не на турнирке, а на испытаниях-то что у нас, ребята? Свет в темноте. И живи долго и играючи. Понятно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, пожалуй, сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.